Привет, друзья! Меня по-прежнему зовут Роман, и сегодня у нас виниловая плитка Allure. Такая вот плиточка, укладываем ее до середины комнаты, вернее, середины квартиры. Вот что из себя представляет дощечки. Довольно-таки толстый материал. Не прогибается так почти. Вот таких вот упаковочках. Декор дуб золотой. Особенность то, что это толстая доска, 7,5 миллиметров она толщины, и имеет вот встроенную подложечку темную, мягкую, то есть укладывается она просто на бетонное основание. Основание должно быть подготовлено качественно, то есть ровно, без провала. Да. Укладывается она, замки просто накладываются, забиваются торцевые при помощи резиновой кияночки. Вот. То есть этот замок накладывается, а вот этот вот уже подбивается. Она 100% влагостойкость имеет. Размеры довольно-таки широкая, 220 мм на 1210. Повторяемость декора присутствует. На данном этапе укладки может возникнуть резонный вопрос. Роман, почему вы укладываете от такой непонятной середины квартиры, а не от какой-либо стены и так далее? На самом деле это не все так просто. Да? Квартира, стены какие-то у квартиры могут быть несимметричные. Нам нужно в видимых зонах хорошую подрезку, чтобы это все смотрелось хорошо. Поэтому мы полностью рассчитали, как должно лежать полотно, по какой стене выравниваться, и приняли единственное правильное решение укладывать с этого места. Тогда у нас все сложилось, и все получилось очень неплохо, довольно-таки. Результат увидите позже чуть-чуть. Технически винил собирается как бы вперед и обратным ходом без проблем. В принципе, заходит. Единственное, что вручную его трудно, без добойки, вот получается, щелка тут небольшая есть, и добойником все-таки необходимо продлевать. В принципе, вообще результат собирается. Раскладку здесь сделали хаотичную по желанию заказчика, да, то есть они ряд заканчивается с обрезка, начинается следующий ряд и так далее. Ну, то есть фаска тут потому что маленькая, и так смотрится даже он натуральней. Интересно вполне. Режется этот винил просто при помощи ножа строительного, но в трудных местах мы все равно применяем электролобзик. Ну вот и завершили мы этот объект. Работал один укладчик плюс помощник. Ушло по времени около 6 часов на укладку. Ламинат собирается, ламинат быстро, проблем никаких не возникло. В принципе, брака тоже не попалось. Тактильные ощущения при ходьбе босиком достаточно приятные. Незначительный минус то, что много досок с повторяющимся рисунком, что осложняет подбор. Ну а износостойкость и остальные параметры ламината уже оценит заказчик в процессе эксплуатации. Ну вот такой вот результат у нас получился. С вами был Роман. Не забываем ставить лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья!